тобою знаю, я все смогу. Я все смогу с тобой, Господь. Здравствуйте, Божье благословение. С тобой знаю, я все смогу. Знаю, я все пройду. Ты даешь силу мне. Ничего нет невозможного. С тобой видит глаза начну. Узы греха падут. Буду верить тебе. Ничего нет невозможного. Хочу жить видимым. Нет, нет, не хочу жить чувствами. И если упал я, ты со мной. Я знаю, тебе подвластно все. Чувствами. И если упал я, ты со мной. Его. Он достоин славы, Он достоин поклонения, Он достоин величия. Давайте будем поднимать руки, давайте не будем стесняться, давайте будем поднимать высоко-высоко и прославлять нашего Господа. Вот я пред тобою, любовь влечет услышать. Знаю благодать твою.
возвеличены в этот день. Я рад приветствовать вас, рад видеть вас в этот замечательный день, на этом празднике, великий день друзей. Рассматривая наши взаимоотношения с людьми, которые окружают нас, о некоторых мы можем сказать, что это наши друзья. И некоторые из них сегодня вместе с вами на этом месте. Но самый лучший друг, настоящий друг, тот, который является примером дружбы, это Господь Иисус Христос. Он называет людей своими друзьями. И явил свою дружбу, показал свою дружбу, доказал свою дружбу не просто на слове, но он показал на деле, он отдал жизнь свою. Самое большее, что может сделать друг для другого друга, для своего ближнего, это отдать жизнь свою. И Иисус отдал жизнь свою вместо нас, ради нас, для того, чтобы простить нас, для того, чтобы спасти нас, для того, чтобы мы могли быть на этом месте. И сегодня мы здесь, и я приглашаю вас в дальнейшем прославить Бога, поблагодарить Его за то, что Он настоящий друг, за то, что Он нас называет своими друзьями, за то, что Он возлюбил нас и оправдал, доказал свою дружбу нам. Отец Небесный, мы благословляем Тебя, Господь, мы превозносим Тебя, Бог наш, имени Твоему возносим честь, Твоему имени, Господь, возносим славу. Благодарны Тебе, Господь, в этот день. Благодарны Тебе, Господь, за наших друзей, которых Ты дал нам. Я благодарю Тебя, Господь, за моих друзей. Благодарю Тебя, Господь, за тех, которые благодарят за своих друзей, за тех, которые сегодня вместе с нами на этом замечательном, прекрасном празднике дружбы. Господь, благодарю Тебя. Бог мой, я славлю имя Твое. Я благодарю Тебя, Иисус, за то, что Ты называешь, Господь, тех, кто исполняет Слово Твое, тех, которые избрали Тебя, называешь их своими друзьями. И не просто называешь, но Ты тот, который доказал нам свою дружбу. Ты тот, который оставил небеса. Ты тот, который пришел. Ты тот, который был с нами. Ты тот, который с нами. Ты тот, который заботишься о нас, благословляешь нас, являешь милость свою, являешь благодать свою по отношению к нам. И мы здесь сегодня для того, чтобы славить Тебя, для того, чтобы праздновать, для того, чтобы благодарить, для того, чтобы поклоняться, для того, чтобы превозносить Тебя, для того, чтобы возносить Тебе хвалу, Тебе великий, Тебе святой, Тебе сильный, Тебе славный Бог, мы поклоняемся Тебе. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Кто же я, что Всевышний Царь меня призвал? Я блуждал, но любовь Твоя меня нашла, да меня нашла. Дал свободу мне Иисус навек. Я дитя Царя, знаю я. Я свободен искупить.
я знаю, кто я в тебе. Чести. Он тот, который называет тебя другом своим. Он тот, который говорит о том, что в доме его есть место для каждого из нас. В царстве его есть место для каждого, кто приходит к нему, кто ищет его, кто нуждается в нем. Господь предоставляет ему место в царстве своем. Я приглашаю вас, пожалуйста, займите места, присаживайтесь. Я рад видеть вас на сегодняшнем праздничном служении, мероприятии, организованном Церковью Филадельфии. Благодарим группу прославления за это время поклонения, песни прославления Господа. Пусть Бог благословит их. Особым образом я желаю поприветствовать тех, кто сегодня в первый раз вместе с нами. Давайте мы поприветствуем наших гостей. Те, кто сегодня в первый раз пришел, во второй раз. Мы приветствуем вас, мы рады, что вы с нами. Мы рады, что вы здесь. Желаем, чтобы Бог благословил вас, чтобы вы чувствовали себя уютно здесь, среди нас. В дальнейшем на мониторе мы сможем просмотреть новости, информацию о Церкви Филадельфии. Добро пожаловать на это собрание. Если ты гость, пришедший в первый раз, возможно, ты спрашиваешь себя, кто мы и что характеризует нашу церковь. С полной уверенностью можем сказать о себе. Мы люди, которые поклоняются Богу и служат людям. Один из практических способов поклонения – это музыка и молитва, потому что Господь велик. Он создал все, что окружает нас, а Его любовь к нам необыкновенно глубока и безусловна. Также мы уважаем послание Иисуса, Библию, в которой записаны обещания, принципы и ценности, данные Богом. Она направляет нашу жизнь день за днем и помогает раскрыть максимальный потенциал. Жизнь нашей церкви не ограничивается лишь общими собраниями. В течение недели мы собираемся в группы, чтобы вместе общаться, молиться и помогать нуждающимся. Вместе мы основали 10 домов для нуждающихся детей и лицей «Новый Илим», который входит в 10 лучших школ страны. Тысячи социально уязвимых людей получают нашу помощь, как на местном уровне, так и на национальном. Более 100 тонн продуктов питания, более 65 тонн одежды и бытовых принадлежностей, также медикаменты и средства личной гигиены. Жизнь полна провокаций, и ни один из нас не совершенен. Мы верим, что один из мотивов, почему Господь сделал нас частью церкви, помочь друг другу шаг за шагом, продолжить путешествие по этой жизни. Никто не должен идти по жизни в одиночестве. Мы очень рады, что ты решил быть сегодня с нами. Кем бы ты ни был, мы говорим тебе: добро пожаловать! Дорогие друзья, уважаемые гости, мы все находимся на этом празднике, где рады нашему Богу, рады тому, что Он дружит с нами, рады тому, что у нас с вами есть друзья здесь на земле. Не так ли? Давайте мы вместе теперь заполним формуляр коммуникации, который получили мы при входе в этот зал. Каждый из вас получил его. И на лицевой стороне я приглашаю вас записать те данные, которые указаны на
этой стороне. С левой стороны, прошу вас, впишите вашу фамилию, имя и отчество. С правой стороны я приглашаю вас отметить ту категорию, к которой вы себя относите. Если вы, наш гость, и сегодня пришли с вашими друзьями в первый или во второй раз, мы просим вас сообщить нам об этом. Мы, как церковь, желаем вам, нашим гостям, оказать особое уважение и желаем по почте вам выслать наш фирменный подарок. Для этого я прошу вас, оставьте необходимые данные на этой стороне формуляра, указав свой возраст, телефон. Прошу вас, напишите также улицу, номер дома, квартиру, где проживаете вы, город. Если вы не из Кишинева, то район. И если вы знаете ваш почтовый индекс, также прошу вас его указать. Если вы используете электронную почту и желаете быть в курсе событий, которые происходят у нас в церкви, я прошу вас, оставьте ваш адрес, и мы сможем включить его в нашу новостную рассылку. Таким образом, вы будете в курсе тех событий, которые будут есть и будут у нас. И еще одна просьба вам, нашим гостям. Прошу вас указать, каким образом вы узнали о нашей церкви. Это вы можете вписать на этой же стороне в нижней части этого формуляра. Если вы завершили его заполнение, я прошу вас отложить его в сторону. Позже, после презентации, мы вернемся к заполнению его обратной части. А теперь мы все вместе будем слушать, воспевать соло-песню с братом Виктором Паскал. В этой жизни то радость, то грусть, но ты всегда со мной. В лабиринте летящих дней ведешь меня домой. В этой жизни то радость, то грусть, но ты всегда со мной. В лабиринте летящих дней ведешь меня домой. Иисус, один лишь ты смог меня понять. Иисус, мой друг, самый лучший друг, тот, который в жизни не оставит, простит не раз и не бросит друг, на пути подождет. Иисус, мой друг, самый лучший друг, тот, который мои мысли знает, всегда поймет и не изменит дух, до конца доведет. И пускай этот путь непростой, тернистый иногда, я пройду до конца его, чтоб быть с тобой всегда. И пускай этот путь непростой, тернистый иногда, я пройду до конца его, чтоб быть с тобой всегда. Иисус, один лишь ты смог меня понять. На весь огромный мир хочу я закричать. Иисус, мой друг, самый лучший друг,
самый лучший друг. Тот, который в жизни не оставит, простит не раз и не бросит рук. На пути подождет Иисус, мой друг, самый лучший друг. Тот, который мои мысли знает, всегда поймет и не изменит друг. До конца доведет. Своей жизни. Что ты желаешь написать на оставшихся чистых страницах? Решения, которые ты примешь сегодня, определяют направление и твое предназначение в жизни. Конечно, ты хочешь сделать лучший выбор в различных сферах своей жизни, в отношениях, покупках, учебе, карьере. Наверняка ты хотел бы разобраться с этим. Если ты знаешь, кому доверять, ты всегда будешь путешествовать в направлении места своей мечты. В Божьем предназначении. Сила, чтобы стать. Вера, чтобы начать. Доверие, чтобы продолжить. Мудрость, чтобы различать. Определяющие решения. Я рад приветствовать тех, кто с нами онлайн, тех, кто слушает нас по радио, составные части Церкви Филадельфии, Рус, Капрун, Колдородскую. Желаю, чтобы Господь благословил тех, кто следит за нами, тех, кто вместе с нами присоединился к нам. Благодарен тем, которые уже сказали нам о том, что настоящим другом нашим является Господь Иисус, который не оставит, который не забудет, который не предаст, простит, поможет, поддержит. И мы убедились в этом сами. Он тот, который заботится о нас. Естественно, Бог дает нам друзей в этой жизни, людей, которые окружают нас. Это близкие наши, это друзья, это те, которые на протяжении долгих лет были вместе с нами, и тогда, когда нам было трудно, они поддержали нас. И мы говорим о том, что настоящий друг познается где? Познается в беде. Тогда, когда трудно, тогда, когда сложно, тогда, когда другие не могут понять, помочь, есть люди в нашей жизни, Бог дал нам этих людей, Бог использует этих людей для того, чтобы они поддержали, для того, чтобы они подняли, для того, чтобы они были вместе с нами. Я приветствую вас на этом замечательном празднике, Великом Дне Друзей. Мы готовились, мы ожидали, сегодня мы здесь вместе с нашими друзьями, вместе с нашими близкими, с теми, кто нам дорог. В церкви Филадельфии проходил конкурс дружбы. И сегодня я хотел бы на четвертом собрании объявить победителей конкурса дружбы. Рассматривая Папушой Риту и Дюка Веронику, они здесь в зале? Здесь в зале. Мы рады, что вы здесь вместе с нами. Говоря о их дружбе, они познакомились много лет назад, это было в 1973 году в Министерстве здравоохранения, работая вместе, находясь вместе, они познакомились и на протяжении долгих лет, на протяжении 45 лет, зная друг друга, проводя время друг с другом.
ценя взаимоотношениями и поддерживая друг друга в трудные минуты, в трудные часы жизни. На протяжении лет сегодня они здесь вместе с нами. В свое время Рита, узнав о церкви Филадельфии, рассказала своей подружке, и они вместе стали посещать церковь. Сегодня они здесь, принимая участие в конкурсе дружбы. И я хотел бы вас пригласить, пожалуйста, пройдите сюда вперед. Рита, Вероника, пожалуйста, пройдите сюда вперед. Мы рады вашей дружбе, вашим взаимоотношениям. Просим вас пройти сюда вперед. Мы поздравляем вас. Мы рады за вас. Мы радуемся вместе с вами. И ваша дружба, она доказана не просто словами. Она доказана годами, опытом, переживанием, поддержкой друг друга. Я хотел бы вас поздравить и вручить вам этот специальный сертификат, этот специальный билет, купон, который вы можете использовать для того, чтобы провести время в ресторане. Вместе. Вместе быть. Пусть Бог благословит вас. Мы рады и поздравляем вас. Будьте благословенны. Используйте этот купон для того, чтобы укрепить вашу дружбу, укрепить ваши взаимоотношения. Пожалуйста, проходите на место. Мы поздравляем вас и мы радуемся вместе с вами. Пусть Бог благословит вас. Поздравляем вас. Также в качестве сегодняшнего праздничного служения я хотел бы поздравить всех выпускников. Всех выпускников, тех, которые закончили учебный год, те, которые являются выпускниками нашего христианского лицея. Поздравляю учеников, студентов, учителей и родителей. Особым образом поздравляю вас с окончанием учебного года. Пусть Бог благословит вас. Естественно, в завершении этого учебного года и не только выпускники, и не только родители, учителя, каждый человек задается вопросом, рассматривая свою жизнь, рассматривая свое будущее, в особенности те, которые сегодня должны определить, чем они будут заниматься дальше. Должны определить, какую профессию им избрать. Должны определить, в какую школу, в какой университет, колледж поступить. Где жить, чем заниматься, кем я буду в этой жизни, что я буду делать в этой жизни. Мы задаемся вопросом, какова же Божья воля по отношению к моей жизни. Каждый из вас задается вопросом, какова Божья воля по отношению к твоей жизни. Решения, принимаемые нами сегодня, определяют направление и цель нашей жизни. То, к чему мы придем завтра, определяет решение, которое мы примем сегодня. Решения, принимаемые нами сегодня, определяют нашу завтрашнюю историю. Неизменные решения на основании временных эмоций. В церкви Филадельфии сегодня включительно и на протяжении 4 воскресений мы будем говорить на тему «Наиважнейшие решения». Решения определяют нашу жизнь в дальнейшем. 4 воскресения подряд мы в церкви Филадельфии будем говорить о решениях важнейших, наиважнейших решениях в нашей жизни. То, кем ты будешь в дальнейшем, то, кем ты будешь, значит намного больше, чем то, что ты сделаешь, чем то, что ты делаешь. Быть намного важнее, чем то, что ты делаешь сейчас. Некоторые акцентируют, даже сверх меры акцентируют свой род занятия, деятельности, того, что они могут предоставить обществу, семье, в общем. Они говорят, чем буду я активней, чем больше я смогу сделать посредством этого, меня будут ценить, будут воспринимать, будут хвалить, будут рассматривать меня как человека, не понимая, что то, кем ты будешь, то, кем ты являешься, является намного важнее, является намного больше, чем то, что ты делаешь. Правильный вопрос, который необходимо задать каждому из нас, кем хочет Бог, чтобы я был. Во-первых, Бог хочет, чтобы мы были, и Он рассматривает тем, кем мы являемся. Не то, что мы делаем. Мы же рассматриваем нашу деятельность, рассматриваем карьеру, рассматриваем то, кем станем, рассматриваем род занятий, профессий, нашей деятельности, наши дела. Но Бог прежде всего рассматривает нас как людей, как личностей, как правильного человека, как человека, имеющий правильный, обладающий правильным характером. Воля Божья прежде всего для нашей жизни. Для тебя, для меня, для каждого из нас воля Божья – это посвящение наше.
быть посвященным человеком, быть верным человеком, быть человеком правильным, быть человеком достойным, быть человеком с большой буквы, быть человеком, который обладает хорошим, добрым характером. Человек может занять определенную позицию, но рассматривая, как он поступает, рассматривая его характер, рассматривая его поступки, рассматривая его как человека, мы не воспринимаем его деятельность. И даже если деятельность правильная, и даже если то, что он делает, является правильным, но если он поступает неправильно, если характер неправильный, если он не может мириться с людьми, находясь на рабочем месте, он не является тем человеком правильным, каким он должен быть, или же в семье, или же в другом контексте. Бог же рассматривает прежде всего нас как личностей, как людей. А после, кем мы являемся, кем мы будем, чем мы будем заниматься. Мы задаемся вопросом, выпускники и мы, люди, в общем, задаемся вопросом, кем мы будем в этой жизни. Бог хочет прежде всего, чтобы мы были людьми, людьми Божьими. Бог хочет прежде всего, чтобы мы были людьми какими? Посвященными людьми, верными людьми, настоящими. Обладали хорошим характером. Читая в Библии слова апостола Павла, где апостол Павел говорит о том, что ты можешь многого достичь в жизни своей. Ты можешь отдать вплоть до того, что отдать жизнь свою. Но если нет любви, если нет качеств любви, если ты не обладаешь качествами любви, если у тебя неправильный характер, все это напрасно. Бог же, рассматривая нас, Он хочет, чтобы мы были святы. Бог хочет, чтобы вы, чтобы я и ты, тот, который присутствуешь здесь, чтобы мы были святы. Сегодня кто-то задается вопросами, он говорит, ну святый, это значит особенный человек. Это быть причисленным кем-то в лике святых. Это значит, чтобы от меня пахло миром, пахло благовониями, значит быть святым. Некоторые таким образом представляют святость. Но когда Бог говорит о святости, Он говорит о посвящении, Он говорит о людях, которые отделены, о людях, которые рассматривают свой характер, рассматривают свою жизнь, рассматривают свои взаимоотношения с Господом. Быть, здесь говорится, Бог хочет, чтобы вы были. Быть значит больше, чем делать. Быть. Значит, больше, чем делать. Правильный вопрос, кем хочет Бог, чтобы я стал? Библия говорит нам о том, что Бог желает, чтобы мы были какими? Святыми. Свят, значит, отделенный, посвященный, принадлежащий Господу. Человек, который является Божьим человеком. Свят означает характер. Характер, значит, намного больше, чем что? Чем карьера. Личный пример, рассматривая деятельность Церкви Филадельфии, рассматривая свое служение. Церковь Филадельфия, вы слышали ранее о том, что вовлекается в различные проекты. Более нескольких тысяч человек каждое воскресенье собирается на этом месте для того, чтобы слушать Слово Божье, для того, чтобы поклоняться Господу. Более 50 тонн продуктов питания раздается Церковью Филадельфии нуждающимся людям. Церковь Филадельфия основала и администрирует единственную христианскую школу в Молдове, которая находится в топе 10 лучших школ Молдовы, рассматривая деятельность Церкви Филадельфии. Церковь Филадельфия основала и также администрирует приют типа семьи, где 10 семей растят детей-сирот и множество подобных действий, подобных дел, совершаемые церковью. Но представьте себе, люди, которые проповедуют, представьте меня, того, который сегодня стоит пред вами, если бы я жил аморальной жизнью. Если бы я не был тем, кем являюсь, если бы я был блудником, наркоманом, алкоголиком, стали ли вы бы слушать то, что я говорю здесь? Стали ли вы воспринимать то, что оказывает и то, что совершает сегодня церковь? Навряд ли. Вас бы не было сегодня. Очень важно, каким человеком ты являешься. Очень важен твой характер. Характер значит намного больше, чем карьера, чем те дела, которые ты совершаешь. Духовное служение, наша деятельность, во-вторых, во-первых, личный пример, во-первых, наша жизнь. Воля Божья по отношению к каждому из нас – это правильная мотивация. Почему я делаю то, что я делаю? Я делаю то, что я делаю для того, чтобы узнали об этом люди, для того, чтобы люди похвалили, для того, чтобы люди оценили, для того, чтобы люди знали посредством моей деятельности мотивы
намного важнее, чем наши действия. Почему я делаю то, что я делаю? Читая книги притч, слова мудрого человека по имени Соломон, в книге притч 16 главе 2 стихом мы читаем то, что сказал он. «Все пути человека чисты в его глазах, но Господь взвешивает души». Порой человек, рассматривая свою жизнь, рассматривая свои занятия, рассматривая свою деятельность, и в общем, если пойти в тюрьму к людям, которые находятся в заключении, и спросить их, почему вы находитесь здесь, вы совершили преступление, вы виноваты, знаете, что они ответят? Я здесь по ошибке, я не виноват, я ничего не сделал, они так осудили, они так поступили, я прав, я хороший. И я не встречал практически людей, которые могли бы осознать свою вину в целостности и сказать, да, я виноват, да, я получил по заслугам, да, я не прав, поэтому я нахожусь в этом месте лишения свободы. Нет. Даже люди, которые находятся там, они скажут, что пути мои являются правильными. Люди, сегодня рассматривая свою жизнь, свои поступки, свои действия, они судят по себе и говорят о том, что я правильно поступаю, я поступаю так, как должно, но Бог, Библия говорит нам, что Он взвешивает жизнь нашу, Он взвешивает нашу деятельность, наш характер, и Бог знает, что происходит, Он знает нашу мотивацию, Он знает, каковыми мы являемся. Все, что ты делаешь, исходя из двух причин. Есть две причины, почему ты делаешь то, что ты делаешь. Во-первых, это причина, первая причина, что ты, это то, что ты произносишь вслух, это то, что видят и слышат от тебя люди. И вторая причина, это настоящая причина, которую знаешь ты и знает Бог. Бог тот, который знает, что происходит внутри нас. Читая послание Коринфянам, послание Колоссянам, 3 главу, 17 стих, где Бог говорит следующее посредством апостола Павла. «И все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». То есть мотивация того, что мы делаем, должна быть правильная в нашей жизни. Порой она является неверной. Мы делаем для того, чтобы быть кем-то, для того, чтобы доминировать над кем-то, для того, чтобы люди похвалили нас, для того, чтобы проявить себя, для того, чтобы как-то возвысить себя над другими. Порой такая мотивация есть в жизни нашей. Но читая слова апостола Павла, слова, читая святую книгу Библии, где сам Бог обращается к нам, Он говорит о том, что все, что вы делаете, словом или делом, все, всякое ваше занятие, все, что вы делаете словом или делом, все делаете во имя кого? Во имя Господа Иисуса Христа. Благодаря через Него Бога и Отца. Мотивация должна быть правильной в том, что мы делаем. Успешные люди не приняли всего несколько важных решений, и таким образом они стали успешными. Успешные люди, они приняли тысячи незначительных решений по своей повседневной, ежедневно, которые сделали их успешными людьми. Поэтому, рассматривая нашу жизнь, рассматривая то, кем мы являемся, рассматривая мотивацию, с которой мы делаем то, что мы делаем, принимая определенные решения, рассматривая каждое решение, даже если оно является незначительным, из этих незначительных решений состоит наша жизнь, состоит наша история, состоит наше будущее. Поэтому сегодня мы будем принимать правильные решения. Будем внимательны к тем мелочам, к тем незначительным решениям для того, чтобы прийти к нужному. Рассматривая нашу мотивацию, мы будем мотивированы правильно, делая то, что делаем. Не из-за корости. И, возможно, публично люди аплодируют, и они хвалят, и они говорят, но внутри ты испытываешь боль, ты понимаешь, что все, что ты делаешь, это искусственно, это на публику, это на людей. Ты знаешь, что происходит внутри. Бог знает, что происходит внутри. Ты знаешь мотивацию, почему ты делаешь то, что ты делаешь. Есть та мотивация, в ней есть то, что видят люди. Очень важно быть мотивированным правильно. Очень важно быть человеком Божьим, иметь правильный характер, иметь взаимоотношения с Господом, знать Христа и делать то, что ты делаешь, из правильной мотивации. Все, что делаем словом или делом, делаем, потому что любим Иисуса Христа, делаем по причине того, что желаем, чтобы был прославлен Господь, не наше «я», но Он прежде всего. По этой причине мы делаем то, что мы делаем, и делаем с правильным сердцем, являясь правильными людьми. Почему? Отвечая на этот вопрос, намного важнее, чем что ты делаешь. Почему ты делаешь то, что ты делаешь?
намного важнее, нежели то, что ты делаешь. Если ты не имеешь ответа, почему ты делаешь то, что ты делаешь, не имеет значения, что ты делаешь. Поэтому мы хотим быть правильно мотивированы. Иметь правильную мотивацию, иметь ответ, почему мы делаем то, что мы делаем, для того, чтобы то, что делаем, оно было принято и оно приносило радость, чтобы была гармония между тем, кем мы являемся, и между тем, что мы делаем. И если сегодня, задавая вопрос, принимая наиважнейшие решения, рассматривая свою дальнейшую жизнь, рассмотри прежде всего, каким человеком ты являешься и каким человеком ты будешь. И если ты будешь правильным человеком, если твоя жизнь будет меняться в правильном направлении, ты будешь на своем месте, и ты будешь делать то, что нужно делать, то, что является правильным, и то, что будет радовать тебя. И если станешь тем, кем должен будешь делать, что нужно, если станешь человеком, каким должен стать, кем должен, будешь делать то, что нужно, это очень важно понять. В Евангелии от Иоанна, в 1 главе 11-12 стихом мы читаем слова Господа Иисуса Христа. Иисус пришел к своим, к евреям. Изначально пришел Иисус, пришел к ним, родился в еврейской семье, пришел к ним, ожидая, чтобы они его приняли, чтобы они восприняли его всерьез, чтобы изменили жизнь свою, чтобы как-то потянулись к нему. Но вместо этого он встретил что-то другое. Пришел к своим, а свои как поступили с ним? Не приняли его. Евреи не приняли. Более того, предали на распятие, отвергли. Тем самым спасение перешло на язычников, на других людей. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть. Что делать? Быть, являться. Прежде всего, не делать, не проявлять, но быть кем? Чадами Божьими. Необходимо рассмотреть свое посвящение Иисусу. И Иисус дает нам силу быть людьми, угодными Ему. Иметь правильный характер. Без Иисуса невозможно поменять свою жизнь. Без Иисуса невозможно что-то изменить в жизни своей. Некоторые говорят следующее. Я приду в церковь, но я вначале изменюсь. Я вначале брошу курить, брошу пить, я поправлю свою жизнь. Потом я приду в церковь и восприму всерьез Господа. Не сможешь. Бог не требует от тебя этого. То, что говорит сегодня Бог нам, чтобы мы приняли Его, чтобы мы пришли, чтобы мы начали искать Его. И Он тот, который дает нам силу. Он тот, который меняет наш характер. Он тот, который меняет нашу жизнь. Он тот, который делает нас настоящими людьми, людьми, подобные Ему. Без Него невозможно ничего поменять в жизни. Исправительные колонии, учреждения, детдомы и многое, что предоставляет государство в плане изменения, улучшения человека, все это не работает, и мы это знаем. Люди, возвращаясь, они возвращаются обратно, остаются такими же, даже хуже. И дома, приюты, они не меняют детей. Мы знаем, что следующий этап – это тюрьма и многое подобное. Это разбитые семьи, но тот, кто меняет жизнь, тот, кто дает силы быть человеком угодным Господу. Это Иисус Христос. Он говорит о том, что Он дает нам власть, чтобы дал власть быть чадами Божьими. Он дает нам силу тем, которые уверовали, тем, которые приняли Его, тем, которые последовали за Ним. Есть люди, которые не принимают Христа. Есть люди, которые отвергают Бога, и они пытаются жить правильно. Они пытаются и понимают, что неправильно. Они делают вещи, которые не хотят делать. Они понимают, что это неправильно, и они говорят, с завтрашнего дня я начну все заново. В следующей неделе я начну все заново. Новые и с Нового года они говорят, я изменю свою жизнь. Я брошу курить, я брошу пить, я начну делать то, я буду делать следующее. Я буду более старательным, я изберу правильные вещи для жизни своей. Я изберу правильную профессию, я поступлю. И они приходят в завтрашний день. И они остаются в этом же. Они продолжают жить так же, не имея, не обладая силою. Бог тот, который дает силу. И Иисус тот, который дает нам силу для того, чтобы мы жили по воле Его. Для того, чтобы мы поступали по Его принципам. Для того, чтобы мы следовали Его Слову. И Иисус дает нам силу. Без Иисуса нет будущего. Без Иисуса нет силы. Мы слабы. Если бы
проблема нашей греховности, проблема нашего характера, нашего отношения решалась без Иисуса. Не было бы нужды, необходимости приходить Божьему Сыну в этот мир. И Иисус пришел, потому что увидел нас бессильными, людьми, которые не могут ничего поменять без Него, без Его вмешательства. И Он сделал все для того, чтобы жизнь наша была изменена. Он сделал все для того, чтобы характер наш был подобен Его характеру. Если живем и если преуспеваем в чем-то, все это происходит благодаря тому, что мы познали Его, благодаря тому, что проводим больше времени с Ним, благодаря тому, что подражаем Ему, не тому, что мы лучше кого-то или делаем что-то, чего не делают другие, нет, благодаря Ему, благодаря тому, что Он меняет наши жизни, благодаря тому, что Он меняет наше сердце. Иисус дает нам силу для того, чтобы быть людьми угодными Ему. Иисус дает нам правильную мотивацию в жизни. И тогда, когда мы что-то делаем, делаем не для славы. Тогда, когда мы уйдем с этого мира, не будет иметь значения, на какой машине ты ездил. Не будет иметь значения, кто был твоим другом, кто не был твоим другом. Не будет иметь значения, сколько денег у тебя было, в каком доме ты жил, где ты работал и чем ты занимался. Будет иметь значение одно. Знаешь ли ты Иисуса? Являешься ли ты человеком угодным Иисусу? Все ли в порядке в сердце, в жизни твоей? Каким человеком знали тебя люди? В тот момент все это не будет иметь никакого значения. Иисус дает власть быть чадами Божьими, быть Его детьми. Веруя в Иисуса Христа, тебе дана сила. Я призываю тебя сегодня посвятить свою жизнь Иисусу Христу, тому, который меняет наши сердца, тому, который меняет наши жизни. Я приглашаю вас, давайте сейчас мы поднимемся для молитвы. В дальнейшем мы будем молиться Господу. И я хотел бы, чтобы ты молился, и если ты пришел с другом, с подругой своей, подай руку, возьми за руку, и вместе будем молиться. Молись за своего друга, молись за свою подругу, которая с тобой сегодня здесь, и проси, чтобы Бог помог быть человеком, имея Божий характер, угодный характер Господу. Делай то, что делать с правильной мотивацией. Проси у Бога, чтобы Он дал тебе силу жить по Его воле. Проси Бога, чтобы Бог менял жизнь твою. Без Бога невозможно поменять ничего в жизни нашей. Поэтому сегодня нам необходимо принять решение посвятить свою жизнь Иисусу. Сегодня необходимо принять решение жить с Иисусом, искать силы у Иисуса, потому что Иисус меняет жизни. Иисус дает силы. Иисус преображает нас. Отец Небесный, мы благословляем Тебя. Господь, мы благодарим Тебя, великий, благодарим Тебя, славный, благодарим Тебя, сильный, чудный Бог. Премудрый Бог, благодарим Тебя, Иисус. Благодарим Тебя, Иисус, за то, что Ты пришел в этот мир и имеет значение, какими людьми мы являемся. Господи, я прошу и молю Тебя, чтобы Ты дал нам силы измениться, чтобы Ты дал нам силы быть людьми Твоими. Господь, быть людьми святыми, быть людьми отделенными для того, чтобы Ты менял жизни и сердца наши. Прошу Тебя, Отец, благослови. Прошу Тебя, Отец, меняй жизни и сердца наши. Молю Тебя, Господь, преображай нас. Молю Тебя, Господь Иисус, о том, чтобы Ты помог нам знать Тебя, помог нам, Господь, веровать в Тебя. Прошу Тебя, Христос, за тех, которые сегодня стоят в стороне, подобно иудеям, отталкивают, отвергают Тебя и думают, что обойдутся и смогут жить без Тебя, не понимая, что без Тебя жизнь лишена всякого смысла. Я прошу Тебя за таких людей, прошу Тебя, Господь, за тех, кто сегодня в стороне стоят, Боже, находится в неверии, приведи, Господь, к верию, приведи, Господь, к вере, приведи, Господь, к познанию истины, к познанию воли Твоей, к принятию Тебя как Господа и Спасителя, для того, чтобы быть Твоими детьми, быть Твоими чадами, быть, Господь, теми, которым Ты даешь силу жить и поступать по воле Твоей, быть Твоими. Я прошу Тебя, Отец, благослови. Молю Тебя, Господь, за наших друзей, за наших знакомых, за наших близких, за тех, которые сегодня здесь вместе с нами. Дай нам, Господь, принимать правильные решения. Дай нам, Господь, быть людьми угодными Тебе. Пусть имя Твое прославляется, и Ты да возвеличишь в жизни нашей. Тебе слава и честь, великий Бог. Аминь. Слава Господу. Я приглашаю вас занять места. Пожалуйста, присаживайтесь. Еще раз, сила для того, чтобы стать Детем Божьим, дана Господа, дана Иисусом Христом, поймите. Если станешь тем, кем должен, ты будешь делать то, что нужно. Мы занимаемся разными занятиями, и порой мотивация является неверной. Порой то, что делаем, делаем ненужное. Но если мы поймем свою суть, если мы поймем,
кем мы являемся, если мы посвятим свою жизнь Иисусу, если Иисус затронет нас, изменит нас, мы станем теми людьми, какими должны, какими запланировал нас Господь и какими видит нас Бог, мы будем делать то, что нужно, то, что угодно Господу, то, что прославляет Его имя. Я хотел бы пригласить вас сейчас взять формуляры, которые вы получили тогда, когда пришли на служение, и мы вместе заполним обратную часть формуляра. Самое важное решение, которое ты можешь принять сегодня и в общем жизни своей, мы принимаем множество решений, но самое важное решение – это посвятить свою жизнь Иисусу Христу. Это решение в 2000 году принял я, и я никогда не забуду, это 2 сентября, это день, когда я решил служить Иисусу, жить с Иисусом. Я не сожалею ни об одном прожитом дне с 2000 года по сегодняшний день. Бог со мной, Бог помогает, Бог меняет, Бог дал новое направление, Бог помогает мне быть человеком таким, каким Он видит, и делать то, что является правильным, и то, что прославляет Его имя, иметь правильную мотивацию в жизни своей. Если ты понимаешь, что это нужно сделать и тебе сегодня, прими это решение посвятить свою жизнь Иисусу Христу и принять водное крещение. Мы не крестим детей. Крещение для взрослых людей. Крещение – это акт веры, это обещание Богу служить чистой и доброй совестью. Дети не в силе обещать что-то, не в силе принимать какие-то решения. Поэтому крещение для взрослых людей. Иисус крестился, будучи взрослым. В Библии мы нигде не находим, чтобы крестили детей. То, что мы делаем с детьми, мы их посвящаем Господу, мы молимся за них. Крещение для взрослых людей, для тех, кто способен веровать. И если веруешь в Христа, тебе необходимо креститься. Прими это решение посвятить жизни Иисусу, принять водное крещение. Также второе, самое одно из важных решений, связанное с сегодняшним праздником, с сегодняшним служением. Позаботиться о том, кем ты станешь больше, и потом, что я буду делать, потом, что ты будешь делать, прежде кем ты станешь, каким человеком ты будешь, каким будут знать тебя, а после тем, то, что ты будешь делать. Третье решение. Пойми, что почему определяет, что ты будешь делать, отвечая на вопрос, почему ты делаешь то, что ты делаешь. Сделай все возможное для того, чтобы прийти в следующие 3 воскресенья, для того, чтобы быть на следующих презентациях из этой серии проповедей «Наиважнейшие решения в жизни нашей». Заполняя формуляр в нижней части, если ты хочешь принять участие в курсах по личному развитию, иметь какое-то объяснение, откуда церковь, чем занимается церковь, что происходит, каково учение церкви и много подобные вопросы, которые есть у тебя, ты хочешь получить ответы на эти вопросы, тебе необходимо пройти курсы по личному развитию, отметь формуляры. Мы напомним тебе о курсах, ты сможешь их пройти в церкви Филадельфии, эти курсы по личному развитию. Также, если ты хочешь служить, быть полезным, что-то делать, делать правильные вещи, чтобы прославлялся Христос через твои занятия, твою работу, и хочешь быть в одной из команд мечты, отметь формуляры, и мы сможем пригласить тебя, представить тебе команды, то служение, которое совершаемо в церкви и в которое ты смог бы влиться. Также, если ты посещаешь церковь Филадельфию, приходишь к нам из другой евангельской церкви, хочешь стать членом церкви Филадельфии, отметь формуляры, мы подскажем, что необходимо тебе сделать для этого. Если есть вопросы, хочешь поговорить с кем-то из руководителей, отметь формуляры, мы созвонимся с тобой, сможем ответить на твои вопросы. Если нужно будет, мы сможем встретиться с тобой. Если у тебя есть вопросы, предложения, комментарии, я прошу тебя, чтобы ты записал их в верхней части формуляра. Также, если ты хочешь сегодня поучаствовать своими дарами, пожертвовать что-то для дела Божьего, еще раз, если мотивация является неправильной, лучше не делай то, что ты делаешь. Если мотивация является неправильной, лучше не делай то, что ты делаешь. Если ты даешь лей или 10, или 5, и тебе не хочется давать этих 5 лей, мотивация неправильная. Оставьте 5 лей, 10 лей, себе лей. Пойди его потратить на себя, чем давать его с жадностью, с нежеланием, имея неправильную мотивацию, и в дальнейшем, чтобы то, что ты даешь, то, что ты жертвуешь, не будет принято. Еще раз, если ты что-то хочешь пожертвовать, делай это от души, делай это от сердца, без принуждения, никто не принужден, это не плата за служение, все это на добровольнической основе. Возьми свой дар, возьми свое пожертвование, опусти в этот конверт. Через какое-то время мы будем молиться за наши решения и будем молиться за то, что мы жертвуем. Но сейчас я хотел бы представить вам следующее воскресенье.
Вместе с нами будет очень известная группа из Румынии, дичан. Они будут участвовать на 5 собраниях Церкви Филадельфии. Давайте мы посмотрим информацию о них, о тех, которые будут гостями в следующее воскресенье у нас. Июня мы их ожидаем в Церкви Филадельфии, поэтому найдите время, будьте с нами, будет интересная программа. Сейчас я приглашаю вас, давайте мы помолимся Господу, попросим, чтобы Бог благословил наши решения, пожертвования. Эти корзины для сбора формуляров пройдутся по рядам, опускайте свой формуляр, и пусть Бог благословит в этом нас. Отец Небесный, мы благодарим Тебя. Благодарим Тебя, Господь, за это время. Благодарим Тебя, Господь, за друзей. Благодарим Тебя, Господь, за тех, кто сегодня вместе с нами. Благодарим, Господь, за тех, кто сегодня жертвовал, Господь, Боже, свои деньги для служения Тебе. Благодарим, Господь, за тех, кто сегодня приняли решение следовать за Тобою. Те, которые пересмотрели, Господь, свою жизнь, пересмотрели себя, они поняли, что без Тебя невозможно что-то поменять в жизни и понимают, что изменения, они приходят, Господь, с решением посвятить свою жизнь Тебе. Господь, благослови. Благослови, Господь, наши решения, пожертвования. Употреби, Господь, эти финансы для славы Своей и помоги нам то, что мы делаем, делать, Господь, Боже, для того, чтобы Твое имя было прославлено, имея правильную мотивацию принадлежать Тебе. Благодарны Тебе во всем, великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Сейчас мы будем славить Господа, будем петь, корзины пройдутся по рядам, опускайте формуляры, ручки, которые вы получили, и пусть Бог поможет нам. С тобой знаю, я все смогу, знаю, я все пройду, ты даешь силу мне, ничего нет невозможного. С тобой иди, глаза начну, узы греха падут. Чувствами. И если упал я, ты со мной, я знаю, тебе подвластно все. Чувствами, и если упал.
Единого Бога Отца, всемогущего Творца неба и земли, всего видимого и невидимого, и в единого Господа Иисуса Христа, единородного Сына Божьего, от Отца рожденного прежде всех веков, Бога от Бога, света от света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, несотворенного, единосущного Отцу, ради нас, людей, и ради нашего спасения, сошедшего с небес и воплотившегося от Духа Святого и Марии Девы, и ставшего человеком ради спасения и вочеловечившегося, и распятого за нас при Понтии Пилате, страдавшего и погребенного, и воскресшего в третий день по Писанию, и вознесшегося на небеса, и сидящего одесную Отца, и снова грядущего во славе судить живых и мертвых, и в Духа Святого Господа и Животворящего, от Отца и Сына исходящего, с Отцом и Сыном, достойного принять поклонение и прославление, говорившего через пророков, и в единую, святую, христианскую и апостольскую церковь, исповедую единое крещение во оставление грехов, ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Слава Господу! На этом сегодняшнее служение завершилось. Мы были рады видеть вас, иметь в качестве гостей, друзей, знакомых, братьев, сестер, близких. Желаем, чтобы Бог особым образом благословил вас с нетерпением. Ожидаем вас следующее воскресенье на этом месте. Желаем вам благословенной недели. Бог да благословит вас.